45? Пока 30, не Рокфеллер, точно. 30 не Рокфеллер, но 50. Да, потому что мы любим красивые яркие жесты. 50, и уже, знаете, у кого-то появилось такое, ооо, я слышал это. Это очень богатые и очень щедрые люди. Они, конечно, могли сказать 30. Они могли сделать такой псевдошип 32. Но они взяли, честно сказали, 50, потому что им очень хочется помочь благотворительному фонду «Линии жизни», поэтому они говорят 50, совершенно для детей работает. 90 тысяч, 2. Вы прибежите потом к ней. Вы узнаете ее адрес. Вы приедете к ней ночью, через всю Москву будете ехать, отдать мне тарелки, потому что они должны быть мои. 90 тысяч, 2. И 90 тысяч... Сотка! 100 тысяч! Есть!